Странно, что тогда ты понять меня не смог. Все растаяло теперь, все исчезло в никуда. Я скучаю по тебе, я не сдамся никогда. После всего, что мне останется, только они, только они, воспоминания нашей любви. Я с тобою. Очаровательная Ольга Акулова. Оль, спасибо большое, что ты сегодня вместе с нами в этот замечательный воскресный вечер. Ну что, дорогие друзья, вот уже в третий раз мы с удовольствием говорим вам здравствуйте, дорогие телезрители. Добрый вечер. С вами вновь на связи Дмитрий Кокорин, Максим Карусевич, канал Абакан 24 и, конечно же, акция «Выбираем вместе». Да, как сказал Дима, мы находимся в нашей выездной студии в гостинице «Абакан». И сегодня третий этап, завершающий этап нашей акции «Выбираем вместе». И мы раздаем подарки от торгово-промышленной палаты Республики Хакасия. Ну, а если вы до сих пор не поняли, что происходит, давайте я немножко объясню. Все три дня, 15, 16 и 17 марта, то есть сегодня, вы приходили на избирательные участки, голосовали на выборах президента, голосовали за статус столицы Республики Хакасии в общественных голосованиях по формированию комфортной городской среды. В ответ, конечно же, получали вот такие купоны, которые сброшены у нас сейчас в барабан. Что это значит? Это значит, все те, кто их получил и сбросил, прямо сейчас являются участниками раздачи просто огромного количества подарков. И напомню, что главный из них — это три автомобиля.
Судьбу двух машин мы уже решили. И если вы будете внимательными и терпеливыми, буквально через полтора часа мы вместе с вами узнаем, кому достанется крайняя, третья машина. Ну и хотелось бы напомнить, что перед началом эфира наши специально обученные ребята подготовили все купоны. Они были привезены со всех избирательных участков, специальных боксов. Под вашим наблюдением, при помощи наших помощников, под пристальным вниманием нашей комиссии, они были все переложены в наш большой барабан. И что очень интересно, что сегодня в нашем барабане находится ровно 25 711 купонов. Ого-го! Максим, слушай, ну за все три эфира это самое большое количество купонов. Это значит, что вы сегодня были, ну, самые активные просто за все три дня. И спасибо вам за это большое. Ну и прежде чем мы начнем нашу раздачу подарков, я хотел бы познакомить вас с комиссией, которая строго следит за соблюдением всех правил нашей акции. Давайте будем знакомиться. Генеральный директор торгового дома «Премьер», депутат Верховного Совета Республики Хакасия Олег Гавловский. Основатель группы компаний «Столица», депутат Совета депутатов Абакана Николай Малахов. Президент торгово-промышленной палаты Республики Хакасия Владимир Сорокин. Вице-президент торгово-промышленной палаты Республики Хакасия Мария Петухова. И директор ансамбля «Звоны» Елена Закатова. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые члены комиссии, традиционно хотелось бы вас спросить. При наполнении барабана были соблюдены все ли правила, не было никаких нарушений? Мы готовы начинать раздачу подарков? Прекрасно. Ну что ж, я думаю... Раз мы получили добро... Можем мы начинать? Да, можно начинать. Ну и немножечко о механике. Я думаю, что те, кто следит за нами уже два дня, они наверняка знают вообще все досконально, но я все-таки повторю. Ребята помогают нам, они крутят барабан, а наша помощница Алена будет своей счастливой рукой доставать купоны из барабана, передавать их нам. Мы, собственно, озвучивать здесь в прямом эфире. Вы сверять свои номерки, если все сходится, забирать свои подарки. Вот и все. Ну, Дима, начинаем. Твоей коронной фразой. Ну, это уж не прям моя коронная фраза, но вы все ее прекрасно знаете. Крутите барабан! Итак, мы начинаем раздачу подарков. И уже традиционно в начале наших раздачи подарков первые подарки – это билеты в театр, друзья. А именно в театр, русский театр драмы Михаила Лермонтова. Но сегодня мы раздаем билеты на спектакль «Маскарад». Так, сколько будет у нас счастливых обладателей? Ну, смотрите, мы раздаем 10 билетов, но самое интересное, что это билеты на 2 персоны. Соответственно, мы осчастливим, по сути, 20 человек, которые пойдут парой на эти спектакли. Итак, первый купон, я думаю, сейчас появится уже в своих руках. Знаешь, что еще я хотел сказать? Прежде чем я возьму первый купон, я хотел бы сказать, что я на самом деле не только здесь в студии, я еще и старался в промежутках читать ваши комментарии, которые вы пишете. И знаешь, что многие пишут? Многие пишут, что у нас в папках там какие-то есть свои заготовленные купоны. Я просто на секунду хотел показать, давайте, что у нас давайте, просто да. Здесь техническая информация о раздаче подарков. Никаких купонов у нас здесь абсолютно точно нету. Все, что достается, достается из барабана. И вот прямо сейчас у Алены беру купончик и озвучиваю номер. Номер 052-386. Итак. 052-386. Я думаю, что мы уже можем поздравлять нашего первого счастливчика или счастливицу. Я не знаю, как сложилась судьба первых билетов. Ну, а мы не останавливаемся, да. Итак, купон номер 2 с номером 073-179. 073-179. Традиционно передаем все купоны нашей комиссии, которая записывает все. И, кстати, давай расскажем, что если вдруг случилось так, что время сейчас позднее, возможно, человек завтра на работу, он не смотрит прямой эфир. Если вдруг так случилось, вы всегда можете перепроверить все номера. Во-первых, они у нас дублируются во время эфира снизу, а во-вторых, на медиапорталах телеканала «Абакан-24» и медиапортале торгово-промышленной палаты будут размещены записи всех эфиров, поэтому вы с легкостью можете все перепроверить. Ну что, очередной купон? Да, очередной купон. Я готов озвучить номер. Этот номер 028-316. Итак, 028-316.
Знаешь, Дима, мне складывается такое ощущение, что сегодняшний эфир будет самый просматриваемый, потому что предыдущие эфиры были ранним утром в выходные дни, в субботу, воскресенье. А сегодня, конечно же, завтра уже будет начало новой рабочей недели, но по моим ощущениям, сегодня ради такого события, ради такой раздачи подарков, можно немножко и задержать тот момент, когда нужно ложиться спать. Как? И многие будут сейчас смотреть наш прямой эфир. Хорошо. Я озвучиваю номер. Номер 071-642. Итак, 071-642. Но мы не останавливаемся. Продолжаем дарить подарки. Очередной купон и обладатель второй половинки этого купона получит, еще раз напомним, билеты в театр имени Михаила Лермонтова на спектакль «Маскарад». Номер 081-123. 081-123. Так, уважаемая комиссия, сколько? Половину мы уже раздали. Еще половинка, 5 билетов на 2 персоны ждет вас. Номер 040-052. 040-052. Продолжаем называть номера купонов. Знаешь, мне стало очень нравиться дарить людям подарки. Я думаю, им тоже нравится получать. Ну, если кто смотрел наши предыдущие эфиры, они наверняка слышали те неподдельные эмоции наших жителей Абакана, до которых мы в итоге дозвонились. Кстати, да, открою небольшую тайну для тех, кто смотрит нас первый раз. Мы будем звонить некоторым обладателям подарков и узнавать их эмоции от того, что они выиграли. Но об этом чуть позже. Итак. Номер 081-202. 081-202. Следующий номер 209-837. 209-837. Еще буквально пару купонов, и в них будут подарки, именно билеты в театр. И мы сможем перейти к следующему блоку. Да, блоку подарков. А подарки у нас сегодня традиционно разнообразные. Номер 030-070. Вот и красивые номера купонов. 030-070. Финальный купончик. Кто-то пойдет в театр, да? Да, билеты в театр. 064-496. 064-496. Дима, а ты пока расскажи, как же можно получить именно билеты в театр? Друзья, все очень просто. Вы можете прийти в редакцию канала «Абакан-24». Находится она по адресу Советская, 32. Но будьте внимательны, это касается не всех подарков, которые мы раздаем. Это касается именно вот этих билетов, которые мы только что объявили победителей. Ну, мы будем стараться акцентировать, где какие подарки можно будет забирать, но сразу скажем, что со всеми победителями будут связываться представители торгово-промышленной палаты и помогать, и объяснять, как же получить заветные призы. Ну что, мы готовы перейти к следующему блоку, и на очереди у нас умные колонки, которых целых 6 штук. У нас уже складываются традиции, как я говорил, что за первые два эфира мы каждый раз разыгрывали такие колонки. И сейчас, не исключение, вновь 6 умных колонок. Да, ну что это за умные колонки, давай объясним. Это Яндекс-станция Light. О! Хорошая, нужная вещь. И достается она обладателю купона с номером 061-765. 061-765. Вот как раз-таки получить именно умные колонки вы сможете в торгово-промышленной палате Республики Хакасия. Ну и повторимся в очередной раз, с вами обязательно свяжутся. Ну и вы все еще, напомню, можете сами сверить номера всех купонов. Уже завтра они будут выложены везде, на всех медиапорталах наших, где мы только есть. Друзья, очередная умная колонка достается обладателю купона с номером 074-962. 074-962.
И еще один купон. У нас уже купон в руках. Да, Алена большая, молодец. Она очень оперативно достает. Она, видимо, тоже хочет немножко поспать. Ну что? Номер 030-061. Да. 030-061. Согласен, немножко непривычно. До этого эфиры были ранним утром, а сегодня поздним вечером. Да. Но, согласись, было бы, наверное, неправильно заставлять людей ждать до завтрашнего утра. Все бы, наверное, переживали, как-то волновались. А так выборы прошли, как говорится, участки закрылись, и самое время назвать счастливых обладателей подарков. Нам не сложно. Номер 030-309. Так, 030-309. Мы продолжаем вращать барабан. Еще у нас несколько колонок осталось для раздачи. Буквально, по сути, две. Давай узнаем, кому они достанутся. Обладателю купона с номером 066-081. Итак, 066-081. И финальная Яндекс-станция Light достается обладателю купона с номером 065-948. Умел бы я говорить голосом Алисы, я бы сказал, но нет, просто 065-948. Слушай, мне кажется, это будет здорово, если обладатель колонки будет говорить: «Алиса, поздравь меня». И можно делать это каждый день, да не то что каждый, даже каждый час. Да. Ну что, друзья, прямо сейчас мы с вами прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вернемся и продолжим раздавать подарки. Не переключайтесь. Весна, а вы не одеты? Тогда скорее в зима-лето. Яркие модные куртки на Синтепоне. Длинные и короткие, с капюшоном и без. На молнии и на пуговицах. И всего за 2 800. Производство Москва. Магазин «Зима-лето». Аскизская 105А. Предлагаю услуги репетитора и переводчика китайского языка. 8 929 561 47 00. На стенах подиума лучшие обои современности. Практичный винил, стильный флизелин, бумажная классика, фотообои. Более 2000 предложений на любой вкус и бюджет. Магазин «Модные стены». Некрасова, 33А. Работаем до 8 вечера. Вот это мощь! Да. О, привет, я Дмитрий Мишаков. А я Никита Аверичев. 15, 16 и 17 марта мы вместе выбираем будущее нашей страны, города и даже двора. А заодно участвуем в акции торгово-промышленной палаты «Выбираем вместе». Более 200 призов. Телевизоры, смартфоны, холодильники. И главный приз – автомобиль! 3 автомобиля. Победителя определим в прямом эфире телеканала «Абакан-24» 16 и 17 марта. Постельное, тапочки, халаты, ароматы для дома, полотенца и подарочные сертификаты. «Перина Хоум». Подарки прекрасным женщинам. Ну что, дорогие друзья, это снова мы, канал «Абакан-24», акция «Выбираем вместе». Мы опять в нашей студии, но прежде чем мы начнем, вернее, продолжим. Продолжим. Уважаемая комиссия, во время рекламной паузы никаких манипуляций с барабаном не было. Подтверждаем, никаких манипуляций не было. Все в пределах правил. Продолжаем. Значит, продолжаем дарить подарки жителям города Абакана, которые в данную минуты, наверное, не спят и смотрят наш эфир. Мы очень надеемся, что вас сегодня по ту сторону камеры, именно по ту сторону экрана, вас гораздо больше, чем в первые два эфира. Но мы рады всем, кто смотрит нас. Я думаю, мы можем повращать барабан. Да. А пока он вращается, я все-таки хотел тебя спросить, ты добрался до избирательного участка? Да, Дима, у меня получилось, как я и запланировал. Да, я тут пытался, конечно, подумать, в какой момент, в какой день будет больше купонов, какой меньше. Ты пытался просчитать вероятность, я понял. Да, но по факту оказалось, что сегодня на сегодняшнем эфире купонов гораздо больше, чем в первых двух. Поэтому, ну, если повезет, то будет здорово. А в принципе, я даже буду рад, если я буду дарить подарки отсюда нашим жителям. Ну, тогда расскажи, что мы будем дарить, а я пока возьму очередной купончик. Уважаемые зрители,
Я сегодня буду часто употреблять слово «традиционно», потому что у нас подарки из эфира в эфир повторяются, и эти подарки очень приятно дарить. Так вот, сейчас будут спортивные подарки, а именно это 10 абонементов в спорткомплекс Николая Генриховича Булакина в бассейн на 24 посещения. Отлично. Можно готовиться к лету, и я знаю, кто точно пойдет готовиться. Человек со второй половинкой купона 058-229. 058-229. Да, друзья, еще раз повторимся, целых 24 посещения. Я думаю, что это можно практически на 2 месяца растянуть, если... Так мы уже с тобой даже считали ранее, что в принципе хватит до самого лета. Да. Даже если кто-то плавать не умеет, вы научитесь, и уже летом во все открытые водоемы можете смело приходить и плавать без абонемента, но уже профессионально. Где официально разрешено плавать. Конечно, да. Номер купона 054-108. 054-108. Передаем нашей глубоко уважаемой комиссии и ждем очередной купончик. Купон с номером 036-706. Двигаемся дальше. Купон с номером 071-570. 071-570. Я могу сказать, что благодаря нашим эфирам, вот ребята, которые крутят барабан, они станут 100% еще спортивнее, даже не получая, собственно, абонементов в бассейн. Просто присутствуя здесь, конечно, и помогая. Итак, мы поздравляем обладателя купона с номером 068-855. Еще раз, 068-855. Еще один заветный купон у меня в руках, и это номер 026-117. 026-117. Ну что, еще 4 купончика, и мы раздадим все абонементы и на 10 пловцов в Абакане станет больше. Возможно. Номер 048-635. 048-635. Продолжаем вращать барабан. Ну что, да, ребята, видно, что тяжеловато. Ну, такой объем. Не устану повторять, что действительно в последнем эфире самое большое количество купонов за все 3 дня. Поэтому это, конечно, гораздо тяжелее, чем в предыдущие. Номер 078-354. 078-354. Еще 2 купончика на абонемент в бассейн и... Номер 012-606. 012-606. Еще один купон на абонемент в бассейн прямо сейчас. Спорткомплекс имени Николая Генриховича Булакина. И мы будем переходить к очередным, точнее, следующим подаркам. Номер 035-535 завершает этот блок. 035-535. Итак, Дима, какие подарки нас ждут далее? Очень хорошие, как и всегда. Это будут смартфоны. Знакомые подарки, да. Если кто смотрел предыдущие эфиры, очень интересно прошла именно раздача этих подарков, но об этом чуть позже, когда мы достанем, наверное, первый купон. Я предлагаю позвонить обладателю первого смартфона, ну, попытаться позвонить. Надеемся, человек не спит. Давайте попробуем повращаем, ну, не попробуем, повращаем собственно, барабан, достанем. Собственно, ты раскрыл свою интригу, да. Мы предыдущих
купонах, а точнее в предыдущих эфирах, когда раз первые звонки совершали тем победителям, которые выигрывали телефон. Сейчас мы попробуем это также сделать, поэтому, уважаемые зрители, будьте внимательны, готовьте телефоны. Обладательницей первого смартфона становится Ксения с номером 012-543. Давайте еще раз покажем. 012-543. Да, Ксения. Ну что, дорогие друзья, мы ждем, пока наша техническая группа попытается связаться с Ксенией. Не знаем, спит она, не спит, на работе, возможно, может быть, еще где-то. Ну да, дорогие друзья, еще раз напомним, что записи всех трех эфиров будут храниться на медиапорталах Абакан 24 и на медиапорталах Торгово-промышленная палата Республики Хакасия. Если вдруг вам сейчас нужно отлучиться, нет возможности посмотреть эфир полностью, то всегда будет возможность пересмотреть. Ну и не забываем, что все номера мы дублируем здесь, внизу экрана, поэтому вы с легкостью можете все перепроверить. Ксения, да, мы звоним Ксении. Гудок идет. Алло. Ксения, здравствуйте. С вами разговаривают Дмитрий и Максим. Абакан 24. Акция «Выбираем вместе». Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сейчас смотрите прямой эфир? Конечно. Тогда вы знаете, что же вы выиграли? Вы выиграли телефон. Да, я знаю. Спасибо. Очень рада. Мы вас поздравляем. Да, всей студии поздравляем. Ну, скажи. Первый раз выигрываю. Да, вообще очень... в жизни ни разу никогда ничего не выигрывали? Нет, не выигрывал. Ну и вот скажите, какие вот эти ощущения, когда выигрываешь что-то просто то, что проявил свою гражданскую позицию? Очень радостные и необычные. Да, ну мы уже традиционно спрашиваем, мы, конечно, звоним вам по телефону и вот сразу у вас же... явно он есть. Да, соответственно, да. Как вы планируете распорядиться этим подарком? Есть уже варианты какие-то в голове, какие-то мысли? Ну, пока об этом не успела уже еще подумать. Думаю, будет время. Ну, а если вдруг захочется подарить, то кому вы подарите этот телефон, если не оставите себе? Не знаю. Правда. Хорошо, у вас в любом случае есть пару дней. Наши представители, представители торгово-промышленной палаты с вами свяжутся в ближайшее время, расскажут, где можно будет забрать ваш заслуженный подарок. Мы вам говорим большое спасибо, ну и, наверное, доброй ночи уже. И вам спасибо, доброй ночи, хорошего эфира. Спасибо большое. Да. Завтра вас наберут. Поздравляем. Хорошо. Еще раз. До свидания. Спасибо. До свидания. О, ну что ж, Дима, поздравляем. Мы дозвонились до первого обладателя телефонов. Сразу же у нас получилось дозвониться без всяких проволочек, и это очень здорово. И вот чувствуется, что Ксения была даже немножко ошарашена именно нашим звонком, нашим подарком. Вот мне очень нравится, что люди на самом деле не верят в чудо, но когда получают этот подарок, эти эмоции, ну никак, они прям передают эту атмосферу человека, когда он вроде как сомневался, а потом ох, и такая радость, такая эйфория. Знаешь, я больше скажу, когда мы вот слышим голос здесь в студии человека, который получает подарок, у нас здесь атмосфера в студии вообще становится какая-то другая, она вот приятная настолько, мы настолько рады за всех вас. Все, кто получает подарки. Ну что, мы готовы продолжать, друзья. Давайте не будем останавливаться и дарить эту радость всем жителям города Абакана. Еще 5 смартфонов у нас на очереди. Мы, кстати, не назвали, что за смартфоны. Xiaomi Redmi Note 13. Уже традиционно эти смартфоны мы разыгрываем на наших эфирах. Вот. Итак, очередной обладатель смартфона. Человек с номером 078-284. Итак, 078-284. И, кстати, помнишь, Дима, мы обсуждали до начала эфира, что вот уже после первых двух мы знаем, кто получил те или иные подарки, и что вот замечательно, что подарки чаще всего достаются прямо вот по ощущению тем людям, которым они реально нужны. Ну, а как конкретно, кому достались автомобили, мы расскажем чуточку позже. Там тоже очень интересные истории, что именно прям те люди, которые прям реально, как нам кажется, заслуживают этого подарка, им он и достается. Итак, очередной смартфон уходит обладателю купона с номером 206-973. 206-973. Да, Максим, не отходи далеко, потому что очередной купон уже у меня в руках. Это купон с номером 050-230.
Так, друзья, 0,50, 230. Еще буквально пару купонов. Мы разыграем все телефоны Redmi Note Xiaomi 13. Поэтому давайте достанем уже очередной. Так, следующий купон с номером 0,16, 306. Так, внимание. 0,16, 306. Ну что ж, финальный телефон, мы будем переходить к следующим подаркам. Давай, тем более, что они очень классные и тоже спортивного направления. Но о них чуточку позже, потому что еще один телефон ждет своего победителя. Номер 071-581. 071-581. Итак, друзья, это был финальный телефон, который мы подарили, и мы переходим к раздаче 10 абонементов. Да, вновь 10 спортивных абонементов, но уже физкультурно-оздоровительный комплекс «Типсей». Давай немножко расскажем, они будут разные. 5 из этих абонементов будут на посещение плавательного бассейна, а 5 из них на посещение спортивного зала. Давай начнем с бассейна. С бассейна? Да. Ну давайте начнем с бассейна, почему бы и нет. Итак, купон с номером 045-332. Так. 045-332. Я, кстати, хотел отметить, что эти абонементы как раз-таки тоже на 24-разовое посещение бассейна. Как очень удачно складываются наши раздачи подарков, потому что четко на 3 месяца перед летом можно подготовиться, не торопясь, но и, как говорится, прилагая определенные спортивные усилия. Номер 050-198. 050-198. Я надеюсь, что в камеру хорошо видно крупным планом номер. Конечно. Мы продолжаем. Очередной купон. Абонемент в Типсей достается обладателю купона с номером 016-237. Так. 016-237. Еще купоны. Еще 2 абонемента в бассейн. Давай. Итак, купон с номером 038-180. 038-180. Алена, давай попробуем с самой глубины откуда-нибудь достать, как если получится, да. С глубины бассейна. Но нашего большого, огромного барабана. Я знаю, что трудно с ним взаимодействовать, он действительно большой, туда чуть ли не целиком можно поместиться. Итак, очередной купон с номером 014-539. 014-539. Пожалуйста. Ну а теперь немножечко о следующих 5 абонементах. Давай, детальней. Да. Это абонементы, как я уже говорил, на посещение спортзала, но, опять же, не разовое, а трехмесячное посещение спортзала, физкультурно-оздоровительный комплекс Типсей. 3 месяца спортзала. Прекрасный подарок. Достается он обладателю купона с номером 203-284. 203-284. Так, у нас во время того, как крутили барабан, выпало пару купончиков. Сейчас мы все это устраним. Как видите, комиссия строго следит за соблюдением правил, да? Да, поэтому это
И вы все можете видеть в прямом эфире, все как происходит. Да, уважаемые зрители, можете понимать, что 25 тысяч купонов – это реально большая масса, это физически сложно. И периодически, да, бывают моменты, когда ну, мы стараемся это минимизировать, но без этого тоже не обходится. Но все возвращается обратно в барабан, и все купоны участвуют в раздаче наших подарков. Итак, купон с номером 017-358. 017-358. Продолжаем раздавать абонементы в физкультурный зал. Физкультурно-оздоровительный комплекс, тренажерный зал. И очередной купон? Купон с номером 048-565. 048-565. Еще два абонемента найдут своих счастливых обладателей. Давайте узнаем, кто же это будет. Номер 087-999. О, какой красивый номер. Итак, 087-999. Ты как знаешь, купить красивые и счастливые номера на машину? Также человек получил красивые и счастливые номера в нашем... в нашей раздаче подарков в акции. Ну что, последний абонемент в TipSay достается человеку с номером купона 068-885. Так, уважаемая комиссия, все абонементы мы раздали. Я думаю, что мы можем вращать дальше барабан, а мы расскажем, что прямо сейчас мы будем раздавать. А это, друзья, микроволновые печи. Да, те самые всеми знакомые приборы для жизни, для быта, для кухни. Они пригодятся любому жителю города Абакана. Сейчас даже дети умеют ими пользоваться, как минимум разогревать еду. Поэтому микроволновка пригодится каждому. В количестве 4 штук у нас сегодня они присутствуют. На вечерней раздаче. Первая микроволновая печь достается обладателю купона с номером 061-853. 061-853. У тебя у самого дома микроволновка есть? Конечно, я думаю, у почти у любого. Это вот, те призы, которые мы сегодня разыграем, это как телевизор, холодильник, все микроволновка. У тебя есть. То есть в целом мы можем поискать твой купон, достать и выбросить. Ну, я тоже, знаешь, не откажусь даже от микроволновки, да, от любого подарка. Всегда же приятно получать подарки за несложные действия. Тем более проявить свою гражданскую позицию, это очень важно для каждого жителя не только нашего города, а жителя всей нашей страны. Поэтому давай следующий купон и узнаем, кто же получает очередную микроволновку. Обладатель купона с номером 042-332. 042-332. Я думаю, ты начал спрашивать про микроволновку и холодильник, как будто мы разыгрываем мои. Но нет, на самом деле... Ну все, Максим, нет у тебя больше микроволновки. Конечно, на самом деле это все... приборы новые, из магазина. Они предоставлены нам любезно торгово-промышленная палата Республики Хакасия. Так что не волнуйтесь, вы сами лично будете их забирать. Удостоверитесь, что все идеальное для вас. Итак, очередная микроволновка уходит обладателю купона с номером 078-579. 078-579. Ну что, последняя микроволновка? Финальная микроволновка? Да. Достается она обладателю купона с номером 085-551. 085-551. Мы вас поздравляем. И пока Максим передает купончик нашей комиссии, я еще раз хотел бы напомнить, что со всеми, кто сегодня у нас выигрывает вот эти... подарки получает. Со всеми вами свяжутся представители торгово-промышленной палаты и расскажут, обязательно расскажут, где и как можно будет забрать ваши призы. Ну и пока крутится барабан, мы
тоже хотел повторить, что для тех, кто смотрит наш эфир и смотрел первые два эфира, и вдруг, может быть, не понял, когда будут конкретно уже, может быть, дозваниваться, почему мне не звонят, почему не интересуются. Друзья, вот сегодня закончится эфир, завтра начнется рабочая неделя, понедельник, соответственно, все выйдут на работу, и после этого уже начнется массовый обзвон всех победителей и раздача подарков. Некоторые, конечно, уже получилось найти чуть раньше, даже сегодня, непосредственно уже крупных призов. Да. Поэтому не волнуйтесь, даже если вам никто еще не звонил, поверьте, вас найдут представители торгово-промышленной палаты Республики Хакасия, либо вы сами можете прийти по адресу, который назвал Дима, и забрать, например, билеты в театр. Билеты в театр можно забрать. Ну что, мы продолжаем, и прямо сейчас готовы разыграть сертификаты в Малиннике. 8 штук их будет номиналом 1000 рублей. Те самые сертификаты, которым воспользоваться можно буквально уже сразу же после получения и прийти отпраздновать то, что вы их выиграли. Отлично. Мы поздравляем обладателя купона с номером 088-296. Как говорится, выиграть сертификат, пойти обнять его на тортик и этим тортиком отметить то, что ты выиграл этот сертификат. Мне кажется, отличное времяпрепровождение. Прекрасная такая вещь, да. Продолжаем. Купон с номером 045-390. 045-390. Продолжаем. Сертификат в Малиннике достается обладателю купона, который сейчас появится в руках у Димы. И этот номер 065-910. 065-910. Это к тому, что, знаете, если с микроволновой печью вам еще придется немножко позаморачиваться, что-то попридумывать, поготовить. Как минимум, здесь... в нее нужно что-то положить. Да, чтобы потом что-то забрать. То здесь можно будет прийти и забрать что-нибудь вкусное сразу. Потому что сертификаты номиналом 1000 рублей. А на 1000 рублей можно хорошенько вдвоем. Я хотел сказать, не то, что покушать, можно даже объесться. Да. Купон с номером 024-711. 024-711. Добрались, я так понимаю, мы до серединки. Именно в сертификатах на Малиннике, а не в призах. Поэтому еще 4 купона, которые получат именно сертификаты в Малиннике. Номер 041-108. 041-108. Барабан продолжает вращаться, друзья, если вы следите за прямым эфиром. Не бывает такого, что мы его просто засыпали и сверху вот так вот пытаемся что-то доставать. Нет, мы его постоянно вращаем, чтобы все действительно перемешивалось, чтобы у всех из вас был шанс на призы и подарки. И очередной шанс выпадает человеку, который имеет вторую половинку купона с номером 048-603. 048-603. Еще сертификат в Малиннике. 041-198. 041-198. Ну что ж, Дима, еще один купон как раз на сертификат в Малиннике. После чего мы сделаем небольшой перерыв. Я сейчас о нем расскажу. Давайте достанем купончик. Барабан можно пока не вращать, но да, вот эти все бумажки, которые все купончики, которые где-то сбоку вот подзастряли, можно их аккуратно сбросить в общую массу. Итак, номер 070-323. 070-323. Ну что, друзья, мы еще раз поздравляем всех обладателей, которые уже выиграли какие-то призы. Дальше у нас раздача очередных подарков. Не переключайтесь, небольшая рекламная пауза, после которой мы вернемся.
Откройте для себя мир преимуществ «Чанган». 162 года инжиниринга, миллионы километров надежности, широчайший модельный ряд. А теперь и уникальные условия покупки «Чанган» с преимуществом до 500 тысяч рублей. «Чанган-центр», Абакан, поселок Тепличный, улица Ленина, 1/1, телефон 213-545. Жить жизнь. Сегодня. Здесь. Сейчас. Мое будущее зависит от того, насколько успешно мое сегодня. Любить жизнь, не останавливаясь и никогда не давать слабину. Всегда быть в фокусе, дарить любовь, но быть центром своей вселенной. Хакас Косметика. Живи сегодня, люби себя. Тихий, закрытый двор с набережной в современном районе Абакана. Шестиэтажный кирпичный дом, высокие потолки, французские окна на лоджии, удобные планировки с возможностью объединения. Фантастика? Реальность. Жилой комплекс «Крылья» на Авиаторов 1Г. Взлетаем на новый уровень комфорта. 28-56-15. Современные модели слуховых аппаратов в центре хорошего слуха. Радуга звуков. Высокое качество от мировых производителей. А также аксессуары, батарейки и средства по уходу. Радуга звуков. Пусть мир звучит ярче. Варикоза нет. Легкость и рецепт. Прием хирурга-флеболога всего 1000 рублей. 248-648. Все про все рассказано.
Еще раз спасибо большое, Оля. Ну что, еще раз доброй ночи, дорогие телезрители, дорогие абаканцы. Знаешь, я задался вопросом сейчас в перерыве, а сколько людей нас вообще смотрит? Как думаешь? Ну знаешь, мне кажется, очень много. Наш эфир идет же на разных площадках. На Абакан 24 и во многих соцсетях, как говорится, на просторах интернета очень много прямых эфиров. Ну да, только на одном медиапортале уже больше 1000 человек нас смотрит, и это очень здорово, друзья. Ну что, мы готовы продолжать, и традиционно перед началом спросим нашу уважаемую комиссию. Во время паузы никаких манипуляций с барабаном не было. Спасибо. Итак, мы готовы продолжать, и на очереди у нас раздача сельхозтехники. Да, дорогие друзья, тоже традиционные подарки на наших прямых эфирах. Ну что ж, я предлагаю крутить барабан. Можно и пока крутить? Ребята крутят и достают первый купон, мы расскажем, что же и сельхозтехники сейчас подарят. Да, надо сказать, что все три эфира, вот, кстати, часть сельхозтехники, она меняется, она разная. Да. И прямо сейчас мы будем отдавать двоим счастливчикам. Мотокультиваторы, друзья. Мотокультиваторы. Итак, давайте будем практически уже отмечать и да. праздновать, и поздравлять человека с номером 074-898. Купон с номером 074-898. Еще один мотокультиватор, я говорил, что их будет два, достается обладателю купона 069-102. 069-102. Двигаемся дальше. Да, и очередные наши подарки, связанные с сельхоздеятельностью, назовем это так. Давай. Тех, кто борется с травой, порадуют следующие подарки, потому что это триммеры для того, чтобы косить траву, и конкретно сейчас мы будем отдавать бензиновый. Да. Знаешь, я предлагаю позвонить. Ну, давай попробуем. Давненько мы не звонили, почему бы и не пообщаться с людьми. Да? Очень интересно, что бензиновый триммер достанется Галине. Галине с номером 013-432. Интересно, интересно. 013-432. Надеюсь, мы сейчас оперативно сможем до нее дозвониться и узнать, как Галина относится к тому, чтобы косить траву. Немножко покосить траву этим летом. Да, самое интересное, что да, скорее всего, есть такая вероятность, что девушки тоже знакомы с данной процедурой, и многие, на самом деле, благодаря вот таким вот нехитрым, несложным приборам, они тоже пользуются ими и косят траву, и это на самом деле не так-то сложно, даже отчасти приятно. Да, я тебе больше скажу, что мне кажется, что инициатором завести дачу в основном является как раз прекрасная половина человечества. Они говорят, дорогой, нам нужна дача. Ну и опять же, когда такие приборы появляются, мне тоже кажется, инициаторы девушки, чтобы было проще пользоваться. Ну что, Галина, интересно, ответит нам на звонок? Алло. Галина, здравствуйте, это Дмитрий, Максим, канал Абакан 24, акция «Выбираем вместе». Алло, Галина, вы нас слышите? Так, давайте попробуем еще раз позвонить. Мне кажется, Галина подумала, что подозрительные люди звонят. Ну, согласен, вечером воскресенье, звонят, говорят, да. Представляются. Уважаемая Галина, ну, пожалуйста, возьмите трубку. Мы вам расскажем, что же вы выиграли. Что нам вы очень получили, хочется, да, вас поздравить. Я думаю, стоит написать смс Галине. Да, мы попали в черный список. Ничего страшного. Галина, вы не представляете. Знаешь, чего даже вы... так скажу, что даже если вам не понравился наш звонок, но мы все равно радуемся за вас всеми, те, кто смотрит наш прямой эфир, всеми жителями города Абакана, чтобы вы выиграли вот такой прекрасный триммер для... А давай попробуем позвонить тогда второму счастливчику, который выиграет тоже триммер, но выиграет уже триммер электрический. Электрический, ну давайте попробуем. Итак, это купон с номером 063-244, и это Анатолий. Интересно. 063-244. Анатолий.
передаем купон нашей техподдержки. И прямо сейчас, да, попытаемся дозвониться. Надеемся, что Анатолий не бросит трубку. Знаешь, мне даже не скажет: ребята, идите вы. Знаешь, самое интересное, Дим, мне даже вот интересно, какую формулировку не скажи, какую придумать, чтобы вот вечером человеку незнакомому позвонить, и чтобы он сразу не насторожился. Может быть, начать со слова «Вы выиграли сразу», не? Ну, мне кажется, некоторые так и начинают. Это еще подозрительно, понимаешь? Когда ты говоришь «Алло», а тебе сразу «Да вы выиграли», сразу кажется, что здесь какой-то есть подвох. Ну, вот об этом я говорю, что... Ну, надеюсь, Анатолий смотрит наш прямой эфир, поэтому наш разговор сразу заладится, и мы с удовольствием расскажем, что он выиграл электрический триммер. Анатолий, возьмите трубку, мы будем очень рады вас порадовать. Вечер воскресенья, наверное, готовится к рабочей неделе. Звонок идет. Нет, значит, телефон доступен. Алло, Анатолий? Да. Здравствуйте, это телеканал «Абакан-24», акция «Выбираем вместе». Меня зовут Дмитрий, рядом Максим. Скажите, вы смотрите сейчас прямой эфир? Нет, не смотрю. Анатолий, смотрите, мы хотели вам сказать, что вы в нашей акции «Выбираем вместе» выиграли электрический триммер для кошения травы. Если вы заполняли купон на избирательном участке, вот тот самый купон позволил вам получить данный подарок. И вы сейчас вместе с нами в прямом эфире, мы вас поздравляем. Спасибо. Анатолий, вы, наверное, спите уже, да? Да нет, я вон в телефоне сижу, смотрю, да. Анатолий, ну скажите, пожалуйста, у вас когда-то был хоть раз в жизни опыт, где вы... Выигрыша каких-нибудь подарков, призов? Да нет, не было, ни разу. Ну это здорово, да, мы очень рады, что вы выиграли. Вообще, как у вас эмоции? Потому что, мне кажется, по ощущениям, вы не верите, не совсем до конца верите. Ну да, отлично. На самом деле все честно, но вы же заполняли купончик. Да, сегодня заполнял. Отлично. Так вот, совсем скоро с вами свяжутся представители торгово-промышленной палаты и расскажут, как можно будет забрать ваш выигрыш. Ага, понял. Спасибо. Хорошо, доброй ночи, Анатолий. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну вот видишь, Дима, вот по-разному люди реагируют на то, что к ним улыбнулась удача, и они получают подарки. Кто-то сомневается до последнего, но опять же, дорогие, уважаемые зрители, напоминаем, что все наши эфиры будут храниться в записи, и вы в любой момент можете их пересмотреть и перепроверить. Купон же у вас остается на руках, так что номера мы все показываем и называем публично, все видят, поэтому не волнуйтесь. Более того, все будет размещено везде, и в том числе здесь, внизу сейчас у нас с экрана, дублируются номерки выигравших купонов. Ну что ж, мы разыграли, я так понимаю, всю сельхозтехнику, и можно идти далее. На очереди два сертификата в конную школу. Да, уважаемые ребята, пожалуйста, крутите барабан. А мы продолжаем раздавать подарки и радовать жителей города Абакан. И вот знаешь, мне немножко хочется ускорить, потому что есть ощущение, что люди начинают засыпать. И как будто больше не верят. Они, может быть, даже уже как во сне отвечают. Им кажется, что это сон, возможно. Но будем надеяться, что нам будут все откликаться и радоваться вместе с нами за то, что они получают подарки. Итак, сертификат в конную школу достается обладателю купона с номером 058-268. 058-268. Пока Максим отдает купон комиссии, я немножко расскажу про данный сертификат. Он включает в себя экскурсию, это знакомство с основными породами лошадей, с амуницией, экипировкой, чисткой, седланием лошадей, ну и, само собой, катание. Очень интересный подарок. И еще один такой сертификат достается купону с номером 028-355. 028-355. Мы продолжаем, друзья, и на очереди 14 сертификатов на бытовую технику. Ура, друзья, самый многочисленный блок подарков, именно 14. Сертификаты все номиналом 4000 рублей, поэтому вы сами с легкостью сможете определиться, что вам больше нужно в быту. Да, бытовой техники бывает очень много, она разнообразна. Это не только микроволновки, холодильники и телевизоры, а еще очень много приборов, которые пригодятся в вашей жизни.
Итак, раздаем сертификаты, а то мы тут чуть не сорвались и не разыграли максовскую микроволновку. Поэтому давайте все-таки к сертификатам. Номер 013-459. Еще раз напомню, целых 14 сертификатов у нас будет. Да, комиссия будет внимательно следить, чтобы мы... все четко делали. Не ошиблись с количеством? Да. Хорошо. Номер 088-339. Я хотел бы отметить, что данные сертификаты вы также сможете получить в торгово-промышленной палате Республики Хакасия. Итак, очередной сертификат номер 020-098. Купон с номером 020-098, получай сертификат на бытовую технику. Продолжаем вращать. Кстати, хотел заметить, вот после предыдущих эфиров, ну, все же мы состоим в различных чатах домовых, там, либо школьных, садиковских, как говорится, с различными жителями города Абакана. Так. И я вот в одном чате увидел, что наш коллега, который тоже занимается различными событиями... Я думаю, бизнесом занимается, пишет, продам сертификат на 4000 за 3000. Нет, но на самом деле он реально сегодня видел в чате в одном, что один человек выиграл такой сертификат, и мы, собственно, с тобой лично... О, здорово, поздравляем. Ну что, мы готовы поздравить следующего обладателя. Это купон с номером 074-976. Продолжаем зачитывать номера купонов, а далее обладатели сертификатов на бытовую технику. Номер 022-534. 022-534. Хотелось бы, конечно, все купоны достать и каждому что-то подарить, но количество подарков ограничено, и мы продолжаем. Слушай, а ты помнишь номер своего купона? Честно, даже я специально не стал его запоминать, чтобы не отвлекаться на эти цифры, просто радовать всех. Не стоять, а не получится, думать, да? Что совпадет с моим купоном, ну, будет прекрасно. Не получится, ничего страшного. 206-071. 206-071. Очень быстро происходит у нас тут зачитывание номеров. И очередной купон с номером 069-045. Ну что ж, мы, получается, переходим к экватору сертификатов на бытовую технику. Еще 7 Еще мы 7, разыграем. Отлично. Номер 064-470. 064-470. Алена очень оперативно выдает мне купоны, и это здорово. Номер 014-590. 014-590. Я так понимаю, она просто смотрела предыдущие эфиры, заметила какие-то, может быть, недочеты у предыдущих помощниц нашей. Надеюсь, она делает максимально все оперативно, четко и отлажено буквально. Номер 011-438. 011-438. Передаем комиссии, друзья. И не устаем повторять, что... со всеми с вами, с теми, кто сегодня выиграл какие-то призы и подарки, со всеми с вами свяжутся представители торгово-промышленной палаты. Да, друзья, завтра с понедельника уже начнется массовый обзвон всех обладателей подарков нашей акции. Номер 022-276. Угу. 022-276.
Знаешь, я сейчас вспомнил свое ощущение, когда я в детстве включал телевизор и смотрел русское лото, когда тоже номерки вот эти выпадали, шарики выпадали, я так с нетерпением зачеркивал, что-то сидел, ждал, но ни разу тоже не выиграл ничего. Ну, знаешь, да, вот это самое даже классное не получение именно подарка, больше, наверное, степени ожидания вот этого чуда, когда ты реально что-то получаешь за несложные, как говорится, манипуляции. Поэтому здорово, что вот сходил на избирательный участок, проявил свою гражданскую позицию и есть возможность получить подарки. Итак, номер 032-577. 032-577. Еще два купончика у нас осталось. Номер 039-839. Угу. 039-839. И последний купон на бытовую технику, на сертификат на бытовую технику. Купон с номером 066-049. Ну что, друзья, вот мы и подошли к трем главным призам. Это у нас холодильник, телевизор, ну и, конечно же, тот самый долгожданный автомобиль. Со всеми из участников этой акции, те, кто сейчас выиграет, мы, конечно же, будем связываться здесь в прямом эфире. Я надеюсь, что... Они не спят. Давайте крутить барабан и узнаем, кому достанется холодильник. Знаешь, мне кажется, в нашем городе после этого эфира не останется таких людей, которые не будут знать хотя бы одного человека, который что-то выиграет в нашей акции. Потому что мы разыграем столько подарков, и это очень здорово, что, может быть, не прям знакомые из первых рук, но через знакомых 100% будут участвовать такие люди, которые знают, что вот выиграл холодильник, телевизор, либо, может быть, поход в театр. Так, смотри, купон уже у меня в руках, к сожалению... Имя здесь зашифровано, потому что человек поставил только инициалы. Но у нас есть номерок. Давайте позвоним. Ну, я не буду озвучивать. Во-первых, номер купона 085-501. 085-501. 085-501. И очень хорошее сокращение имени-отчества ВВ. Мы просим нашу техническую группу связаться. Самое главное... Не стал нужно... фамилию зачитывать. Да, ну мы, конечно, сейчас попытаемся прямо в прямом эфире познакомиться. Я, кстати, не обратил внимания, это все-таки по фамилии как-то понятно? Мужчина, женщина? Мужчина, да? Мужчина нам подсказывают. Я просто не прочитал, просто вот больше обратил внимание на номер купона. Поэтому сейчас мы познакомимся с обладателем холодильника. Надеемся, что он ответит. И самое главное, мы узнаем, как его зовут. Ну что, мы слышим гудки. Алло. Здравствуйте, это телеканал Абакан 24, акция «Выбираем вместе». Меня зовут Дмитрий, рядом Максим. Вы в прямом эфире. Я так понимаю, по звукам за вашей спиной вы смотрите прямой эфир. Да. Давайте с вами познакомимся. Мы не увидели вашего имени на купоне. Как вас зовут? Вячеслав. Вячеслав, очень приятно. Вячеслав, аплодисменты в студии для вас. Ну и чтобы еще раз понимали, да, вы выигрываете холодильник в нашей акции. Поэтому мы вас искренне поздравляем всей студии, которая сегодня уже в третий раз выходит в прямой эфир и дарит такие подарки жителям Абакана. Мы вас прям искренне поздравляем. Знаете, у нас традиционный вопрос. Вы раньше когда-нибудь что-нибудь выигрывали? Нет. Это впервые? Ну скажите, да. Поделитесь этими эмоциями. Что вы чувствуете прямо сейчас? Ой, даже не знаю. Первый раз выиграл как бы, вообще в жизни, можно сказать. Как-то сходил на выборы просто и все. Как бы, дали талончик, вот, купончик получается и все. А и выиграл. Раскройте секрет, кто за вашей спиной так искренне радуется? Да, здесь у меня сын маленький. Он просто как здесь кричит, ну как все как бы довольны, увидели меня, получается. Поздравляю. Выиграл.
Ну и традиционный тоже вопрос, как планируете воспользоваться холодильником, добавите к своему дому, либо, может быть, подарите кому-нибудь? Да, посмотрим, видно будет нам уже. Ну, пригодится. Пригодится, это точно, пригодится. Только хотел сказать, что наверняка пригодится. Ну что ж, мы вас еще раз поздравляем. Вячеслав, спасибо большое, да, спасибо, что сходили на выборы, спасибо, что дождались прямого эфира, ответили нам и поговорили здесь с нами в студии. Ну, спасибо, до свидания. До свидания, доброй ночи. Еще раз поздравляем, да. Ну что ж, друзья, вот только ради этих эмоций мы готовы буквально всю ночь раздавать подарки, да, но у нас ограничено, поэтому мы продолжаем и будем радовать очередных жителей нашего города. Ну что, а на очереди телевизор? Телевизор? Телевизор, и Алена достает нам купон с номером 005-930. И это Светлана. 005-930. Передаем комиссии, передаем технической группе. Самое интересное, что очень так приятно получается, спорят, выиграет мужчина, сейчас Светлана, девушка, и мы сейчас у нее попытаемся тоже знать эти эмоции. Надеюсь, она также смотрит прямой эфир. И, может, уже сейчас где-то в городе вы слышите звук, крик радости от кого-то из, может быть, соседних домов. Так что вот наша участница. Ты имеешь в виду, кто-то открыл форточку и кричит «Халява, приди», да? Вот прямо сейчас. Да нет, я думаю, уже просто они увидели наш эфир и понимают, что это именно они получают сейчас телевизор и кричат «Ура!», возможно. Так что, может быть, кто-то слышит прямо за стенкой у себя дома. Ну, а мы пытаемся дозвониться нашей победительнице. Светлана, мы надеемся, что есть звонок. Самое главное, чтобы еще ответили. Да. Светлана, здравствуйте. Это телеканал «Абакан-24». Акция «Выбираем вместе». Дмитрий и Максим вас беспокоят. Добрый вечер. Добрый ребята. Вечер. Я вас смотрю, я даже не ожидала. Я уже и купончик. Вы прямо сейчас в прямом эфире. Да я вижу. Я уже купон-то убрала в сторону, уже думаю, все, спать пойду. Даже не ожидала этого, радость такая вообще. Светлана, мы еще раз хотим вам в прямом эфире порадовать и сказать, что выигрываете телевизор. Кстати, диагональю в 50 дюймов, это очень большой телевизор. И мы слышим, что вы искренне рады и очень даже, может быть, даже не надеялись. Но видите, чудо случилось, и телевизор будет ваш. А вы нас смотрите по телевизору или на каком-то мобильном устройстве? Я вас смотрю по телевизору. Ну, отлично, у вас дома появится еще один. Да, спасибо большое. Мы вас поздравляем! Спасибо, ребята, спасибо большое. Удачи вам. И вам тоже. Да. До свидания. До свидания, доброй ночи. Доброй ночи. Да, я чувствую, что наша героиня некоторое время сейчас не сможет, наверное, уснуть. Да какой тут спать? Тут отмечать надо. Сейчас, как минимум, начнутся звонки, поздравления от друзей, родственников. Да. Алло, привет, спишь? А я телевизор выкинул. Да-да-да, да, 100%. Ну что ж, у нас на очереди один из главных подарков. Оттуда, да, что телевизор? У меня холодильник. Вот и поговорили, да? Ну что, я думаю, что мы можем вращать барабан, а мы готовы перейти к финальному подарку. Это автомобиль. И знаете, мы сегодня уже говорили, что мы знали, кому достались два других автомобиля. Это Сергей. Очень интересная история, да, он очень долгое время развозил хлеб. Да, да, собственно, знаете, самое интересное, как мы говорили ранее, что вот автомобили достались прям тем людям, которые реально достойны, как нам кажется, потому что вот первый обладатель этого автомобиля, он реально на протяжении 40 лет, как нам сказали, работал именно тем, что развозил хлеб. Представляете, 40 лет беспрерывной такой уникальной работы, и вот сегодня, точнее вчера, в первом эфире ему улыбнулась удача, и он получил автомобиль. А вот насчет второго... Вторая машина досталась девушке у нас, которая работает в библиотеке. Представляете, вот такие интересные судьбы у людей, они занимаются таким благородным делом, такой благородной работой, и мы их порадовали сегодня. Все вместе, вместе с вами. В наших эфирах порадовали тем, что они получают автомобиль в нашей акции. Ну что? Купон уже в руках. Алены, я забираю. И это номер 028-372. И мой тезка Дмитрий.
Ну, я то хотел об этом сказать, да, вижу, что же издалека, что, во-первых, номер купона еще раз 028-372. Передаем нашей технической поддержке, передаем нашей комиссии и просим нас как можно скорее связать с Дмитрием, чтобы мы с ним переговорили. Вот видишь, Дима, ты вчера хотел попытаться получить подарок, вчера проголосовал. Сегодня, сегодня. А, ну сегодня. Да, проголосовал вчера, пытался получить сегодня. Ну ничего страшного, ты же видишь, я не расстроен. Между прочим, я хотел бы сказать всем, что на самом деле дарить подарки – это такая же радость, как и получать. Нет, мне кажется, даже отчасти даже больше. Вот мы за всю эту акцию подарили практически, наверное, около 200 подарков всем жителям нашего города Абакана. И самое приятное было, что вот сегодня, когда я приходил голосовать на избирательный участок... Тебя узнали. Да, меня узнали и так искренне порадовались. Стой, почему я не выиграл? Но все равно это было сделано с улыбкой. Дмитрий, здравствуйте, это телеканал Абакан 24, акция «Выбираем вместе». Это Дмитрий и Максим вас беспокоят. Да-да, здравствуйте, ага. Вы смотрите прямой эфир, откройте нам секрет. Пока нет, не смотрел, просто спать, улегся. Дмитрий, самое время просыпаться, знаете почему? Подождите, Дмитрий, как вы думаете, что вы выиграли? Ну, не знаю. Вы выиграли автомобиль! Ага. Спасибо, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а у вас есть автомобиль или вообще у вас есть права? Нет, прав нету, правда. Автомобиль нет, но права дам. Придется теперь учиться, вы готовы? Все. Ну, конечно, придется. Представляете, какая мотивация, да? Обычно у всех жителей нашей страны сперва появляются права, потом автомобиль. А у вас наоборот. Да, сперва автомобиль, и теперь надо приобрести, точнее, а сдать на права. Ну, расскажите нам хоть немножко о своих эмоциях. Да, я уже даже не знаю, что рассказать, даже не верю, что выиграл автомобиль. А вот скажите, мы всех спрашиваем, а ранее в вашей жизни были такие удачливые дни, когда вы что-то получали в подарок? Ну, были такие малейшие. Но автомобиля не было, да? Нет, 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 такого, что большого не было, но... Ну, мы очень рады за вас, мы вас еще раз поздравляем. Пускай с автомобилем жизнь станет еще лучше. Да, Дмитрий, спасибо вам большое за вашу спасибо. Гражданскую позицию, что вы пришли на избирательные участки, проголосовали и поучаствовали в нашей акции. Мы искренне всей студией, всеми жителями города Абакана поздравляем вас с таким подарком и говорим вам очередной раз спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Ага. Доброй ночи. Ну вот, думаю, Дмитрий точно сегодня не уснет. Он как минимум начнет смотреть школы по сдаче прав, куда можно записаться уже в понедельник. Ну что, дорогие телезрители, дорогие абаканцы, вот такие три финала акции «Выбираем вместе». Надеемся, что вы внимательно следили, были вместе с нами. Спасибо вам всем большое, всем, кто пришел на избирательные участки, кто не остался в стороне, всем, кто следил за прямыми эфирами. Мы вам очень благодарны. С вами были Дмитрий Кокорин, Максим Карусевич. И, кстати, Дим, подожди секундочку. Я хотел бы узнать эмоции о всех трех эфирах нашей уважаемой комиссии, представителей нашей комиссии. Вы уже все три эфира вместе с нами. Вместе с нами раздаете эти подарки. Какие ваши ощущения, какие эмоции в этот прекрасный вечер воскресенья? Ощущения у нас очень прекрасные, будто бы мы выиграли эти все призы. И вообще это было три дня праздника. И, наверное, потому что мы живем в такой стране, в той стране, где каждый житель умеет и любит творить добро, умеет и любит дарить подарки, делать своих близких, кто находится рядом, счастливыми. И сегодня спасибо огромное всем, кто принимал участие в организации этой акции, за то, что в городе Абакане был трехдневный праздник. Спасибо. Спасибо большое. Знаете, такое легкое сожаление, потому что на самом деле вот, три дня праздника, и я участвовал при выдаче призов и смотрел в глаза победителям, и это вот, ну, такой непередаваемый восторг, потому что вот, атмосфера настолько наполнена вот этой радостью, эмоциями, и когда ты можешь дарить,
огромное спасибо тем ребятам, которые участвовали финансово в этой акции. Это бизнесу города Абакана, республики. Огромное спасибо организаторам каналу Абакан 24, ведущим, потому что ну, вот вся команда здесь просто не видно, да, но здесь больше 30 человек команда, и вот все настолько заряжены, что я даже не знаю, как мы сейчас спать пойдем. Ну и хотел бы еще раз сказать, что удача, она ждет каждого из нас, и большинство победителей, которые сегодня были, они не ожидали и никогда не побеждали, да, и вот пришел их звездный час, они получили свою минуту славы, да, но каждого из нас ждет своя минута славы, да, и ее только стоит дождаться, поэтому не останавливаемся, идем все вперед, все вместе. Спасибо большое. Спасибо большое. Еще эмоции? А я хочу пошутить. Сегодня прощенное воскресенье. Я хочу попросить прощения у всех, у тех, кто, к сожалению, не выиграл. Но ничего, все еще впереди. Ну и второе, я сегодня всех поздравляю, поэтому сегодня я не могу не сделать этого. Сегодня юбилей, 70 лет у великого человека, у моего руководителя в Верховном Совете, заместителя руководителя Верховного Совета, председателя Верховного Совета Петра Ивановича Воронина. Поэтому я хочу пожелать ему крепкого здоровья, долгих-долгих лет жизни. И спасибо ему за то, что нас учит. Мы тоже поздравляем, присоединяемся. Хочу присоединиться к коллегам. Действительно, был незабываемый праздник, действительно незабываемые эмоции. И все, кто сегодня был победителем, да, это все люди, не забываем, с активной гражданской позиции. Поэтому всем желаю позицию такую занимать, и тогда всех ждут призы. И я думаю, в жизни их будет еще впереди достаточно много. Спасибо. Спасибо большое, вам, уважаемая комиссия, за эти эмоции. И вот после всех этих трех эфиров есть четкое ощущение, что хочется встречаться этой дружной компанией еще чаще и как можно чаще дарить подарки нашим жителям города Абакана. Тогда, Максим, договорились. Это канал Абакан 24. Увидимся в новых прямых эфирах. Спасибо! До встречи!